Дзагоев бросает мяч в штрафную, но вот здесь Макееву удается не дать Красичу разбежаться. Поставил он ему спину. То, что не удалось у Кудряшова в случае со вторым голом. Ой, какая грубая ошибка Ковальчука. Она может стоить Спартаку матча. Нецит, удар! Да что ж такое за судьба у Сослана Джанаева-то, а? Вот это развязка. А может быть, еще и не развязка? Бессильно лежит Джанаев. Ну, почему у одного Ибсена слова находятся не на русском языке? Что, в команде больше некому подойти к вратарю, сказать два слова, что ли? Ну, драма, драма. Я думаю, что все-таки здесь не обессудьте. Главное, это вот, вот это. Удар был так себе, удар был нормальный. Все правильно было сделано. Но тут нечего Комитовичу объяснять. Вот, вот, вот драма матча. Вы знаете, пусть на меня не обижаются армейцы, пусть не обижаются, и я не хочу ни дурного пожелать, ничего, но я очень хочу, чтобы на последних минутах матча Сослан прибежал и забил третий гол.